основателя группы компании «Таффи». Это Пучинская Татьяна Федоровна, поприветствуем аплодисментами. И основатели семейные у нас. Целая основательная группа компании «Таффи». Это Джоева Татьяна Анатольевна, аплодисменты. И Мальцева Наталья Анатольевна. Ну что ж, настал тот самый волнительный момент. Группа медицинских компаний «Таффи» открыла третий семейный медицинский центр «Доктор Таффи». Современный и многофункциональный, здесь могут получить помощь взрослые и дети. В полном объеме прием узких специалистов, анализы, амбулаторная хирургия, физиопроцедуры и дневной стационар. На высоком уровне и в комфортных условиях. В новом центре у нас будут дополнительно рентген, маммография, хирургия, травматология. И все традиционные направления, они остаются. Терапия, педиатрия. Также у нас большим объемом представлена гинекология, функциональная диагностика, УЗИ, исследования, ЭКГ, СМАТ. Группа медицинских компаний «Таффи» ведет свою историю уже 20 лет. Первые открыли современные частные лаборатории «Таффи-диагностика». Позже – многопрофильные медицинские центры и центр вакцинации. Позаботились и о красоте. Работает центр косметологии «Таффи-бьюти». Словом, есть все для здоровья и удобства пациентов. От всей души мы, учредители, основатели, группы компании «Таффи», поздравляем всех вас, кто пришел на наш праздник, и жителей Владивостока, с тем, что в новом районе просто такой большой и красивый наш центр. Здесь будет присутствовать большое количество специалистов. В будущем будут новинки, о которых потом вам не скажем. Но это будет всем интересно. Поэтому ждем вас, приходите, вас ждут скидки, улыбки и хорошая помощь. Мы работаем все дни, недели и праздничные. Для удобства пациентов мы открываем нашу клинику в 7:30 утра и закрываем в 20 часов вечера. Также у нас есть программа лояльности. Новый медицинский центр находится в оживленном районе площади Луговой по адресу Трамвайная, 14А. Здесь большое количество офисных и торговых площадок, а в самом микрорайоне проживают тысячи семей и детей. Профессиональная медицинская помощь – это то, что нужно каждому. И доктор Таффи открыл свои двери для всех. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.